Охота на рыбу. В Северодвинске прошли соревнования по спортивному рыболовству. Среди любителей за победу боролись 9 участников. Конкуренцию им составила и моя коллега Мария Воробьева. Ей слово. Рекорд в истории соревнований 3 года назад установил мастер спорта по рыбной ловле Алексей Копылов. Он поймал 7 килограммов уклейки. Сейчас эта рыбка в зачет не идет, чтобы дать шанс любителям. Ловит ерша, подлещика, окуня и сорогу. В личном первенстве по рыбной ловле счет на хвосты открыл Андрей Румянцев. Обладатель первого разряда по любительской рыбалке поймал подлещика и ерша. Андрей признается, мастерство приходит на соревнованиях. Каждый думает, что умеет ловить рыбу, пока не приходит на соревнования. А когда придет на соревнования, вот когда вот рядом сидят вот такие товарищи, и у них тоже все закормлено, не факт, что рыба придет к тебе. Она, скорее всего, будет у товарища Алексея ловиться. И тут очень много мелких нюансов, которые нужно учесть. Вот типа вот так вот. Вместе с Андреем упорно ждут клёва еще 8 рыбаков. Среди них единственная рыбачка – Татьяна Кабанцева. В соревнованиях она участвует впервые, а вот рыбачит каждое лето. Люблю только летнюю рыбалку. Просто на поплавок, на речках, на озерах. Могу стоять и по 2, по 3 часа, и в дождь, и в ветер. Душой отдыхаю. Это мое любимое хобби, можно так сказать. Ради таких мгновений любители рыбной ловли собираются на соревнования у ТЭЦ-2 уже 3-й год. Первое – это хорошо провести выходные на свежем воздухе, в общении с друзьями, с новыми людьми познакомиться. Это всегда приятно – научиться чему-то новому. В этот выходной поймать удачу за хвост удалось и нашей съемочной группе. О, что-то поймало! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Давай! Что я поймала? Овсянка, сыр. Конечно, наша рыбка в зачет не пошла, хотя победитель определялся в зависимости от веса и количества улова. В этом году им стал уже знакомый нам Андрей Румянцев. Его трофей – 365 граммов. За приходящий кубок соревнований Андрей поборется в августе на 2-м этапе открытого первенства по любительской рыбной ловле. У единственной рыбачки самый маленький улов – 45 граммов. Она поймала одну сорожку. Мария Воробьева, Наталья Габдрахманова, Вестник Северодвинска.